Делал все красиво. Открывается Акунтин. Гол 1-0 в пользу Металлурга. Идеальный пас на Бедачок. И там замыкает 18-й номер. Вот, что не получилось у Карпова в предыдущем эпизоде, получилось сейчас. Тоже вбрасывание в средней зоне. И надо разбираться, как получилось так, что с этого вбрасывания Акунтин и Карпов вышли вдвоем против одного защитника. Пытался Скоринов вернуться, но помешать Акунтину бросить не сумел. И все очень и очень интересно сделал. Причем аккуратная такая подкидочка на свободный лед. И...